Казларде проходит 5-дневный курс для сотрудников центров молодежного здоровья с участием специалистов из-за рубежа. Курс посвящен здоровью подростков. В этом очень сложном возрасте у детей возникает много вопросов, но к родителям или учителям подойти и спросить они стесняются. Те, в свою очередь, не имеют достаточных знаний или опыта в этом плане. Между тем, именно в этот переходный период зачастую случается ранняя или нежелательная беременность, различные психологические проблемы, суициды. Поэтому дружественные центры здоровья, которые работают в Казахстане с 2006 года, лучший выход. Поскольку это система здравоохранения, то она прежде всего фокусирована на охране репродуктивного здоровья и на охрану психического здоровья, поскольку это как бы две области, которые вызывают затруднения у молодых людей обращаться за помощью к родителям. Как правило, все проблемы, которые связаны с их этим периодом, они вот и именно в этой области и находятся. По данным исследованиям Всемирной организации здравоохранения, около 70% преждевременной смертности у взрослых, у взрослого работоспособного населения, они детерминированы поведением в подростковом возрасте рисковым. Поэтому если мы очень аккуратно и систематически со всех сторон, со стороны семьи, и школы, и служб здравоохранения обращая внимание и на здоровье, развитие подростков, то общество в очень большом выигрыше.